Кандидаты в депутаты от партии «Ак-Жол» продолжают агитационную кампанию в регионах страны. Сегодня они встретились с предпринимателями Темиртау, которым рассказали о своей предвыборной платформе. Особое внимание уделили экономическому блоку агитационной программы. Рассказали избирателям партийцы о своем видении развития отечественного бизнеса. Встреча прошла в формате открытого диалога. Бизнесмены же рассказали партийцам о проблемах, с которыми чаще всего сталкиваются в процессе работы. Кандидаты выслушали каждого участника встречи и ответили на все интересующие их вопросы. Мы понимаем при этом, что для того, чтобы это реализовать, нужен очень активный, очень полноценный МСБ. И вот сегодняшняя встреча в том числе направлена на выработку таких предложений.